Под Новый год новая квартира. Сегодня в Волгограде вручили ключи детям-сиротам, которые остались без попечения родителей и нуждаются в благоустроенном жилье. Всего 35 человек. В Новый год с новым жильем. В канун любимого всеми праздника исполнилась, наверное, самая заветная мечта 35 волгоградских детей-сирот. Глава города Андрей Косолапов вручил им ключи от долгожданных квартир. Эта торжественная церемония состоялась в новом жилом комплексе «Санаторный». Сегодня мы вручили 35 квартир детям-сиротам. Это благодаря волевому решению Андрея Ивановича Бочарова, нашего губернатора. Город Волгоград получил субвенцию для исполнения решения суда. Данное исполнение у нас затянулось на 3 года, но вот сегодня счастливый момент, под Новый год 35 человек стали счастливыми обладателями нового жилья. Алле Ивановой, которая стояла в очереди 7 лет, квартира пришлась по душе. В наличии сантехника, газовое оборудование, полноценная отделка. Это очень важно для ее семьи, в которой 2 маленьких детей. Не будет дополнительных расходов. Мне нравится. Новая, большая, уютная. Так что будем жить. До этого где вы жили со своей семьей? Мы снимаем квартиру. Так что теперь будем в своей собственной квартире. Недавние изменения в региональном законодательстве позволили произвести удорожание закупочной стоимости квадратных метров. Это помогло руководству города приобрести 35 благоустроенных квартир в новостройке, которых так ждали волгоградские дети-сироты. За сухими строчками цифр и протоколов, и договоров социального найма стоит будущая жизнь людей. Людей, которые, не очень повезло в жизни, которые мыкались по квартирам, снимая чужие углы, и теперь они получают свою собственную квартиру. Представляете, какая у них это радость, какой подарок к Новому году. И мы очень рады, что к этому причастны. Эти квартиры предоставляются волгоградским детям-сиротам по договорам социального найма. До конца года новоселье справит еще 5 молодых людей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в жилье. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».